Таджикский спортсмен, 21-летний Мехрубон Сангинов, одержал победу в поединке над американским профессионалом Стефеном Дерстайном. Бой состоялся 22 июля в Шарлотте, штат Каролина. Победив американца в первом раунде, таджикский боксер стал чемпионом мира WBO. Обладателем этого пояса был Мигель Котто, но в этом году титул чемпиона мира по версии WBO был вакантным. Хочу выразить слово благодарность своему тренеру Сагатеку Мусаханову, который привел меня к титульному бою и немало вложил в меня силы и труда, написал Мехрубон Сангинов на своей страничке в Фейсбуке после победы. В настоящее время таджикский боксер проходит подготовку в Лас-Вегасе в зале Флойд Майвезер. Тренировкой Сангинова руководят Флойд Майвезер и старший личный тренер боксера Сагатбек Мусаханов. В зале Майвезера идеальные условия для занятия, пишет Мехрубон Сангинов.